У меня майку спиздили! Критика – это когда ты, рядовой боец, можешь мне в глаза сказать все, что угодно. И ничего мне за это не будет. Ничего, ни коня нового, ни шашки, ни майки. О, хлопцы, сейчас Чапаев обратно анекдоты травить будет. А майку-то ты, сука, нашел? Майку-то нашел, да винтовку потерял. Винтовку, говоришь, потерял? Так точно. Ну иди утопись нафиг. Нужен мне такой солдат. Ну и хрен с вами. Пастухов, что скажешь? А может, я тоже утоплюсь? Разрешите идти? И мы топиться хотим. Так, кто к вечеру не утопится, того я лично расстреляю. Или веревкой удавлю. Выполнять мою команду. Так. Ну, на то, что вы тут говорили, наплевать и забыть. Теперь слушай, чего я буду командовать. А вот здесь на карте города Содом и Гоморра. В Содоме, сами знаете, садисты жили. А в Гоморре, ну, эти, гомосеки. Вот гомосеков желательно живьем не брать. А то с ними проблем не оберешься. Что-то в последнее время мне эти яблоки не идут. Вкус у них не тот уже пошел. Выкинуть, что ли? Гадость какая-то. Угостите яблочком, а то один жуете да жуете. Совесть надо иметь, Василий Иванович. Какая совесть? Если я буду свои витамины каждому мудаку раздавать, то я совсем от авитаминоза могу помереть. Иди нахрен, а то вторую руку сломаю. А покажите фокус, Василий Иванович. Ну, сейчас я тебе с картошкой покажу фокус. Смотри, сколько картошек. Видишь, 8 картошек. Где самая большая картошка? Видишь ее? А вот она появилась неожиданно и впереди стала. Сколько картошек? 9 картошек. Посчитал 9 картошек. А теперь я взял еще хоп-хоп-хоп, накидал картошки откуда ни возьмись. Сколько картошек у меня? Дай цигарку. О, сколько картошек? 13 картошек. А я говорю 12, одна курящая картошка, она скоро помрет. А теперь эдики-бедики ели вареники. Смотрите, бросила курить картошка. Сколько картошек у меня теперь стало? А эти стали так. Сколько? Вот сколько картошек стало? А я посолю еще картошку. Сколько картошек у меня? И тут посолил. Сколько картошек? Ну, 13 картошек. А неверно. Одна радиоактивная картошка. Видишь, это не картошка. Это белорусский чернобыльский фрукт. Берем его вот так одной рукой. Хоп, и изъял картошку. Сколько картошек у меня? Видишь, какой сложный фокус? Так, забыл, как тут дальше продолжать надо. А вот эти картошки взяли и так, рамбом стали. Что делать будешь? А я радиоактивную вперед выдвину. А я ее вот так ставлю. Что ты дальше делаешь? Нет варианта. Смотри, спрятал картошку. Угадай, где картошка большая? Ну вот видишь, сколько картошек? 13 картошек. Я думаю. Не 13, а 12. Одна на горшке стоит. А видишь, хоп! Эники-бэники. Сколько картошек стало? А я вот так, раком их переставил. Сколько картошек будет на столе? А радиоактивную вот сюда поставил. Сколько картошек? 7 штук, говоришь, да? А не 7, хрен. 4 штуки картошки осталось. Хопа! Гляди, яблочко. Понял фокус? Все понял, но вот откуда вы яблочко взяли, вы просто маг, Василий Иванович. Учись, я у самого Дэвида Блейна учился магии. Хочешь послушать анекдот про Чапаева?
Да как-то и не очень, честно сказать. А вот я бы послушал. Травите уже. Приходит Петька к Чапаеву. Василий Иванович, тебе привет от товарища голубого хрена. Петька, запомни, фамилия Блюхер не переводится. Ну ладно, давай еще второй тебе. Иваныч, а что такое стабильность? Ну это, Петька, когда ты как был денщиком, так и будешь им дальше. А я как был комдивом, так им и буду дальше. Но, Василий Иванович, ты ведь отнял дивизию у прежнего комдива, у которого был в денщиках, а я, Петька, не задавал ему глупых вопросов про стабильность. А мы тут новый анекдот про Чапаева слышали. Хотите, расскажем? Очень смешной анекдот. Это точно. Бомба, а не анекдот. Ну, рассказывайте. А вдруг Чапаев зайдет? Он же ж нас, блин, сгноит. Ну ладно, расскажу. Дай соточку. Ох, блин, уссаться с анекдота. Приходит Петька к Василию Ивановичу. А Василий Иванович говорит: вот что, Петька, поменяюсь-ка я с тобой местами. Бери мою папаху, коня, бурку бери. Да к Василию Ивановичу я. Не смогу я дивизии командовать. Сможешь, Петька, сможешь. Это ненадолго, временно. А мы пока тут с этим белым снайпером разберемся. Или еще один. Прибегает Петька к Чапаеву и говорит: Василий Иванович, наши педофила поймали. Расстрелять его, мерзавца. Василий Иванович, так он говорит, что Ленина знавал еще ребенком. А вот еще один у меня есть на примете. Василий Иванович, говорит Петька, как думаешь, скоро светлое будущее наступит? Скоро, Петька, скоро. Скоро всех белых со света сживем, так оно и наступит. И когда же Василий... А кого же тогда Василий Иванович мурубать будет? Ну, это не проблема. Была бы только революционная шашка, а шея для нее всегда найдется. Василий Иванович, скажите, пожалуйста, как пишется слово «грудь»? Через «т» или «д»? Пиши по-простому, Петька, «сиськи». Так что я, по-вашему, революцию сиськами защищал? Ну, посмеялись, а теперь пиздуйте варить картошку. Мне фокусы еще показывать. Вечером в дивизии надо. Шагом марш! О, а если гинекологом, то руки всегда в тепле и деньги в кармане. Может, что присоветуешь мне? Хочу медобразование получить.